Друзья, всем привет! В общем, сделал верстачок для токарного станка. Вот так он выглядит. Труба 60 на 60. 4 поворотных колеса с тормозами. Вышина 80 сантиметров от пола. Вторая часть верстака, вот он стоит, 24-й швеллер. Понятно, да? Ширина 24. Вот. Толщина стенки здесь 5, по-моему, миллиметров. Вот здесь 10. Здесь 9 сантиметров. Но не столь важно. Все равно бетонировать ничего не буду. Того достаточно. Все, готово. Крайнее отверстие прикручивается восьмерочка швеллер. Вот этот, чтобы он никуда не сдвинулся. Отверстие напротив отверстия. Потом краном закидывается сверху станок. И, соответственно, уже крепится вот сюда. Двумя болтами. Как есть. Как есть. Все. Больше здесь ничего делаться не будет. Вот. Сейчас поставлю на место. И посмотрим, как это выглядит со стороны. Не крашеный, потому что сыро, холодно. Будет тепло. Сниму станок, два болта откручу, колеса отстегну, вынесу на улицу, покрашу. А сейчас пока так. Вот так вот выглядит прикрученный, мужики, швеллер. По краям. Восьмерочка, здесь отверстие. Сверлил по поддону. Поддон выставлен по центру. Они тут со смещением идут. В поддоне отверстие. Вон видно. Сейчас покажу. Вот таким вот образом. То есть, с одной стороны, вот здесь короче, вот здесь длиннее. Но поддон я выставил, мужики. Только наоборот надо вот так. Поддон я выставил по центру. То есть, что здесь абсолютно одинаково расстояние. Все, сейчас с краном закидываю станок. И прикручиваю. Не буду ставить ни на какую бокситку. Ничего там, шабрить не буду. Абсолютно. Мне это не нужно. Почему? Объясняю. В дальнейшем, когда станок найдет свое место в мастерской, где он приживется. Потому что если поставить его туда, проходное отверстие упирается в стену. Если его развернуть сюда, тоже здесь мешают, хоть полки и временные, но пока пускай будут, тоже мешают проходному отверстию. Там печка, там стол. Возможно, там он когда-то окажется. Поэтому пока пускай так. Покатаю, а в дальнейшем уже определюсь, где мне убрать плитку, вырыть, забетонировать просто две трубы. У меня есть хорошая труба толстостенная, сантиметр толщиной труба и 120, по-моему, диаметр. Вот. На две трубы швеллер неприваренный, прикрученный, этот снимется, и тогда уже конкретно будет выставляться. Вот, как-то так, потому что это уже остатки, так сказать, 240-го. Есть там еще несколько кусков, но они пойдут совсем в другое место. Все, давайте сейчас поставлю станок и посмотрим. Ну, 80, а как вот и верстак, и этот, и здесь то же самое. Вот. Вот так вот все это дело теперь выглядит со станком. Вот за что я говорил. Проходное, стена. Также же и здесь, мужики. Если будет даже и развернут станок сюда, то проходное, полка, сюда не идет. Убирать пока их не буду. Вот. В дальнейшем забетонирую, швеллер сниму, а этот столик уже готовый добавлю
лист металла какой-нибудь, будь сварочный, поворотный, с любой стороны. Крути заготовку, обваривай как угодно. Вот, как-то так. В общем, два в одном на будущее. Вот такой, друзья, мобильный стол или верстак, как его правильно назвать, я не знаю, для токарного, хоббийного токарного станка у меня получился. Так что теперь можно будет работать в любом понравившемся мне месте, в мастерской. Хоть там, хоть там, хоть здесь, вплоть до того, что я могу даже выехать на улицу и там работать при желании, да? Ладно, мужики, всем пока. Такой коротенький видосик. С вами был Санек. Кто не подписан, подписывайтесь. Скоро увидимся.